Что ж, спасибо. Есть еще вопросы из зала? А про Юфи? Давайте коротко, пожалуйста. Здравствуйте, зовут меня Анна Женковская, житель Ласная. Вы не баллотируетесь? Баллотируюсь. Тоже. Вопрос у меня к Илварду. Скажите, пожалуйста, опять на улице Пунана снесли 11-ю школу. Это городская территория. Неужели нельзя было построить что-то более стоящее, чем платную парковку? Да. Я вижу, что я пользуюсь популярностью среди сторонников Союза Солисара. В принципе, мы давно привыкли к этой игре, все против центристов, и от того, что появилось несколько новых игроков, для нас положение дел не меняется. Я вам хочу сказать, что когда сносилась школа, то сразу был подведен бюджет для ремонта и расширения Ласномяевской гимназии, что и было сделано. Угу. Парковка – это временное решение, прежде чем туда придут инвестиции. Спасибо, вся, Михаил. Вся Михаил, муниципальная земля будет, вся социальная муниципальная земля будет использована по назначению. Да. Виктория и Ольга, по короткой реплике буквально. Я поясню господину Кылварту, почему он пользуется такой популярностью именно со стороны тех людей, которые баллотируются от Союза Сависар и делового Таллина. Дело все в том, что я не разделяю центристское мировоззрение. Мне далек по своему мировоззрению Сависар. Но когда этот человек дал вам всем рабочие места, политическую карьеру, молодец, все, что у вас сегодня есть, и после этого вы сдали этого человека, вы предали своего политического папу, и теперь вот эти вопросы, они совершенно обоснованы. Пожалуйста. Я за политическую культуру. Денис, в данном случае совершенно Денис не Бородич. Культуру. Виктория, да, я имею сразу опыт, кто и что вам дал для того, чтобы вы здесь стояли? Кому? Господа, я господа, показываю. Господа, господа, я призываю к порядку. Мы карьеру мою сделаем своими же руками. Нам пора уже скоро заканчивать наши дебаты. Очень коротко, Денис. А вот здесь я вот с Викой не соглашусь, потому что даже в партии, в городе нету Бога, который дает, создает и рождает. Есть, для этого есть родители. Есть Денис, сказал Денис. Да, поэтому, не знаю, может, и кому-то завидуют. Ольга Фандерстин. Вот в этом-то есть проблема многого мышления. А есть... Был... Назначил, ну, да, да. Но родили меня родители. 168. Можно выслушать представителя партии «Зеленых», пожалуйста? Дайте мне договориться. Я смотрю на это с точки зрения природы. Есть такая вещь, как львиный прайд, который во главе находится лев. И молодые самцы пытаются его иногда выжить из прайда и захватить власть. Спасибо, Денис. Нет, первый раз, я скажу, первый раз, это уже 2005 был, когда Миксер был. Сависар его побил, он ушел в социал-демократы. Да. Потом следующие пошли там господин Бородич и другие. Да. Опять давайте договоримся, да, давайте дадим возможность договорить Денису Бородичу, я и будем выходить на фишку. Активность и за демократичность. Юрий Раттас стал председателем центристской партии демократичным путем. Говорит, что кто-то кого-то свергнул так, как до этого становился Эдгар Сависар. Поэтому его никто не свергал, просто появился новый кандидат, и он стал председателем. А вот голосовать и баллотироваться против своей партии, вот это, мне кажется, неправильно. Сегодня мы говорим о Ласномя. Дорогие телезрители, когда вы думаете, что инвестиции за 12 лет пришли просто так в этот район, то вы ошибаетесь. Именно Эдгар Сависар, распределял бюджет так, как он распределил. Господа.